Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Dead by Daylight. С вами Алекс Плей. Сегодня я хочу прокачать чуму уже до 20 левела. Ну что ж, давайте прокачаем ее. А что тут можно взять? Яблоко. В начале матча одна ячейка преданности оскверняется. Так, ладно, берем ее. Что у нас остается? Ой, даже не знаю. Слегка повышает время заряжения объектов. Нет, давайте возьмем вот тебя. Отлично. 16 уровень. И идем дальше. Так, что у нас тут такое? О, ненависть, давайте обязательно. Обожаю ненависть. Качаем по-любому ненависть. Так, берем кувшин. Слегка повышает скорость движения при зарядке очищения от зла. Ну, давайте забираем. У нас уже 17 левел, идем дальше. Ребятки, ставьте лайк, пишите комментарии. Мне это очень сильно поддерживает. Так, тихий шорох. Да, тихий шорох, это очень хорошо. Берем тихий шорох и идем, наверное... Ах ты, забрал, скотина. Идем сюда. Блин, забрал тоже все самое крутое, хорошее, нужное забирает сущность. Так, 18 уровень. Я думаю, ну, до 20-ки нам точно хватит. Чрезвычайно увеличивает шанс отправиться в мемориальный институт Лэри при сжигании. Шепотом. Давайте шепотом. Берем шепотом. Умеренно увеличивает время заряжения объектов. Давайте возьмем вот эту, блин, забрал. Почему он самое такое ценное нужно, да, забирает? Слегка повышает скорость движения при зарядке. Ну, давайте. 19 левел. Ну и давайте до 20 уже прокачаем. Немножечко осталось. Получает 10% больше очков крови за действие категории охоты. Скорость очищения тотемов у выживших сокращается на 4%. Вы получаете уведомление, когда выживший начинает очищать тотем. В принципе, неплохо. Неплохо, и мы сейчас это прокачаем. Чрезвычайно увеличит шансы отправиться в Head Downfield после сожжения. А что это значит? Ну, отправлюсь я туда, и что там? Это карта, да? Какая разница, где играть? Ну, может быть, там проще. Ха. Небрежно мясник. Вау, барбекю и чили. Офигеть. Ребят, ну тут понятно, что я качаю, по-любому. Барбекю и чили беру. И эффект суммируется, призывает сущность предотвратить появление двух сундуков. Давайте возьмем. Вот это реально очень круто. Давайте подарок также откроем, посмотрим, что там такое. В общем, ладно, нам хватит 20-ки, теперь давайте возьмем. Я хотел это взять. Наверное, даже вот это уберем или нет. Сейчас подумаем. Сумеречные шпионы. Блин, ну это перк у меня довольно-таки хорошо прокачан. Барбекю или чили. Ну, это круто. Нам надо, конечно, его докачать. Это самый крутой перк для маньяков, я так понимаю. Так, вот он. Тесная связь с сущностью дарует вам способность чтения ауры после того, как вы вешаете выжившего на крюк ауры. Остальных выживших открывается вам на 4 секунды. То есть их не аура на 4 секунды появляется после того, как я кого-то повешу. Вот. Если они рядом будут с крюком... Где-то в 40 метров, да, будет рядом. Каждый раз, когда выживший повешен в первый раз, вы получаете 25% суммируемого бонуса ко всем очкам крови. Максимум бонус 50%. Бонус на очки крови выдаются после матча. Ну, это обязательно надо брать, ребятки. Теперь всегда буду барбекю и чили брать. Это круто. Ну, давайте попробуем ненависть взять. Может быть, мы сможем кого-нибудь убить сегодня. Ну, как-нибудь так. Охотник на оленя, даже не знаю, брать или не брать. Мало ли, мы кого-то убьем и будем за другими охотиться. Вы увидите ауру умирающих выживших в радиусе 20 метров. Вот, как только все генераторы заведены, одержимость начинает страдать от эффекта уязвимости. Вы можете убить ее своими руками. Это реально классно. Убийца может быть одержим только одним выжившим за раз. Ну что ж, давайте что-нибудь возьмем. Что мы тут можем взять? Давайте пудинг возьмем, почему бы нет. Слегка повышает эффективность очищения от мерзости. Умеренно снижает время перезарядки очищения зла. Let's go, погнали. Я иду вас искать, и я иду вас ловить. Всех найду и поймаю. Облюваю вас всех. Так, ну что ж. Первый раз на самом деле испытываю, так сказать, этот перк, да? Чили и барбекю. До этого не пользовался. Первый раз он мне выпал. Это прикольно. Офигеть. Так, мы сейчас все заблюем здесь. Так. Вижу. Вижу хороших, вижу. Она тут.
Натоптала. Натоптала, отлично. Это нравится, нравится, нравится. Отлично, харкнули в нее. Так, вижу другую. Вижу, 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 вижу тебя. Я хочу испытать перк, ну дай, пожалуйста. Все хотят увидеть этот перк. Сейчас смотри, то есть как я ее повешу, я увижу... Увижу другую. Отлично. Так, подожди, где повешать? Где бы повешать? Вот, отлично. Ну-ка, на 4 секунды аура всех выживших мне откроется. Если они рядом находятся. А, или наоборот, если далеко, я чуть немножко не понял. Ну вот там я видел одну, побежал, но она довольно-таки далеко была. То есть, подожди, если кто-то близко, я их не вижу. Я вот не понял немножко. Так, окей. Тут кто-то был недавно, кто-то был. Ладно, побежали. Где-то рядом. Откуда у меня шепоты? Я разве шепоты брал? Что-то не помню момент. Так, раз. Че, не попал разве? Я думал, я попал. Да где она? Ау. Слышу. Она где-то здесь ходит, блин. Я же слышу. И где она? А, она тут была. Окей. Так, вот моя одержимость, да? Ясно. Вижу, вижу, вижу ее. Блин, ну как так можно было? Офигеть. Так, вот я рядом вижу кое-кого. Так, раз. Где она? Куда она бежала? Да она издевается, ладно. Хрен на нее. А, сейчас проверим Чири. Чири, блин. Чили наш сейчас проверим. Так, мы ее подвешиваем внизу, давайте. Может быть, даже она где-то здесь? Ну-ка. Я подвешивал, никого не увидел. И что это значит? Что рядом нет никого? Ладно, просто первый раз я использую этот перк. Так что это вы пишите в комментариях, может быть, я что-то не так понял. Но я так понимаю, если рядом кто-то в 40 метров находится, я вижу его ауру. Если ауры не было, значит, рядом никого не было, да? Соответственно. Так. Ну-ка. Спасли. Замечательно. Знаете, что бесит? Ну вот, ну реально, я далеко слишком отошел. Бомбят они очень сильно, если я их не жалею, если я далеко отошел, если их не спасли, они бомбят сильно. Ладно, хватит жаловаться, давайте уже поймаем. Так, я тоже много на что жалуюсь. Мне вот бесит, когда они шумят специально. Отвлекают. Где ж ты, блин? Так, раз.
Побежала, побежала, побежала. Так, ну мне кажется, я ее должен догнать. Ты что делаешь, боже мой? Я не понимаю, залезла в шкафчик. Залезла, значит, в шкафчик и сразу вылезла. Так не действует это. Ладно. С фонариком на меня вздумала напасть вот этим. И сбежала, смотрите, побежала. С фонариком побежала, иди сюда. Они нам скажут, так нечестно, ты отворачивался. Так не играют. Нельзя отворачиваться, если в тебя светит фонариком. Нельзя бить, если я пригнулась и лежу в кустиках. Нельзя вешать, если ты подвешал жертву и не прошло 10 секунд. Вот начинают какие-то правила свои придумывать. А, вот я подвесил и вижу ауру других выживших. Все понятно. Все понятно. Это хорошо. Так, один где-то там был. Пошел куда-то сюда. Двое на крючке, вижу еще одну. Побежала. Побежала спасать. Отлично. Так, ну теперь осталось догнать. Рия! Так. Отлично. Так, ну иди сюда. Ну-ка, иди сюда. Ладно. Поиграли, и хватит. Пора кончать с этим. Так, двое раненых. Им сейчас нужно по-любому заводить генераторы. Боже мой, где крюк? Ах ты, далековато крюк находится. Ладно, сейчас подвесим и, я так понимаю, увидим выживших. Ну-ка. Так, вон они, двое чинят генератор. Бежим туда. Прикольный перк. А я-то думал, кто рядом находится в 40 метров. Оказывается, наоборот. Успели. Так, ладно, тебя-то я по-любому должен поймать. Так, раз, есть, отлично. Побежали за другой. Отлично. На, блин. Вот ее как раз я и не хотел. Не хотел вешать. Ладно, пофиг. Раз поймали, так поймали. Попробуем остальных. Что она делает? К выходу побежала. Блин, боже мой, вот это опасно. Ну как я мог промазать-то так, боже мой? Бежал, молодец. Смотрите, какая. А теперь другая, блин, блевотина. Честно, она не нужна мне. Так, ну что ж, двоих поймали мы. Нормально, я считаю. А с руки мы так и не убили. Но я думаю, была интересная катка. И мне понравился этот перк. Барбекю или чили, офигительный перк. Очень нужный маньяку. С этим перком, если бы у меня был этот перк у каждого маньяка, смысла вообще не таком кемперить. Нужно ловить других.
Да, офигительный перк. Наверное, самый лучший. Его нужно брать каждому маньяку. Постараюсь. Барбекю или чили просто офигительный. Ну что ж, двоих поймали. Надеюсь на ваши лайки и комментарии, ребят. Так, что у нас там по очкам? Нифига себе, 74 тысячи крови мы взяли. Неплохо, неплохо. Так, ранг 0, к сожалению. Так, ха-ха. Ну хорошо, что я взял пудинг. Плюс что-то еще, да, по-моему, было. А, плюс вот, окровавленные праздничные гирлянды. Плюс даруют плюс 100% бонусных очков крови во всех категориях для всех участников текущего испытания. То есть плюс 100, плюс 100, это 200%, ребятки. Мы с вами взяли 200% очков. Нормально так сыграли. В общем, ребят, до скорого. Всем пока-пока.